Приветствую всех. Микрофон Камой. Продолжаем проходить Uncharted 4. И, как вы помните, мы тут разломали эту часовую башню. И добыли нужные нам вещи. Так, соль... А, нет. Нет, слушай, не помню. Ладно, не суть. Салли. Похоже, это башня Сэма. Ну точно, она самая. Пошли сюда. Простите. Простите? Думаешь, Рейх скоро приедет? Предлагаю его не дожидаться. Ты, ё-моё, дайте пройти. Прости, друг. Сюда, мне. Эй, берегись! Черт! Разойдись! Твою. Машку. Перепутал блин кнопки опять. Так, гранатку. А там мы тоже были. Ты делаешь? Нет, я не умею, но кажется, нас нашли. Сами. Как ты пугался? Эй, ты зачем свесился? Да, тут нам не пролезть. Куда мы пролезем? Быть, ходит и есть. Тут ни хрена ничего нет, на это уходи. Thank you.
Тебе весело? Просто праздник. Просто спускайся с холма. Блестяще. Опять они. Черт! Мы оторвались. Видеть? Да? Мы
этот город, нам больше возвращаться нельзя. Добавь его в список. Серьезно? Это же внедорожник. Давай в объезд. Держись! Башня Сэма у подножия холма. Спускаемся. Если не успеем, Сэму плохо придется. Вот. Пусть попробуют тут проехать. Что такое? Направо, направо. Стой! Не бойся, все круто. Все круто? Все круто! Все не круто! Кажется, что там пошло. Офигеть. Уже близко. Высматривай Сэма. Эй, похоже, это он. Вот там. Держись! Как до него добраться? Я не знаю. Просто держись за колонной. Обалдеть. Много жив тут собралось по нашей душе. Но раз мы еще живы, значит, недостаточно. Аж три раза. Видишь, как добраться до Сэма? Пока нет, но дорога кончается. Знай, знай. Эй! Эй! Держи руль! Что? Да ты в своем уме! Но не уверен! Да вот серьезно, не сработала она в прошлый раз.
поговорим. Водители умирают в машине. Да черт. Куда валить-то? Как дела? Даже так? Так, ну что, я ничего не стрелять, ничего не могу. Кажется, это немножко пахнет керосином. Нужно выбраться. Теперь он точно покойник. Зачем рисковать? Черт, плохо дело. Ah!
справились с этой попыткой против грузовика. Живой? Да. Поехали отсюда. Ну, вроде все тихо. Ага. Ну-ка. Род Деус Куат Лисенти. Ну, это совсем не сложно. За Бога и свободу. Это их девиз. И все отсылки к раю сразу было ясно. Я вижу, у вас все хорошо. Лучше, чем хорошо. Мы нашли Либерталию. Либер чего-чего? Либерталия. Эвери основал легендарную пиратскую колонию. Ну, скорее даже пиратскую утопию. Так, ну а что сокровище? Короче, по легенде, это была тихая гавань для сотен, а может и тысяч пиратов. И у них было все общее. Ресурсы, имущество. И деньги. И все ценное они хранили в общей казне. Хорошо. Но... И где этот оплот пиратского коммунизма? Вот здесь. На острове. Северо-восток от Кингсбэя. И у Рейфа есть копия. Ну, пока он разберется, что к чему, мы уже отыщем Либерталию. Говорю тебе, сокровище уже, считай, у нас... Как твоя работа в Малайи, Нейт? Ты слегка сбился с курса. Елена, я... Это... Не то, что ты думаешь. Правда. Я вот тут думаю, что вы охотитесь за сокровищем Генри Эвери. И судя по тому, что тут повсюду солдаты, вы не единственные охотники. Ну да, в общем... Это именно то, что ты думаешь. Но я все объясню. Правда, звучит как бред. Ну-ка. Ну, во-первых... Это Сэм. Сэм Дрейк. Мой брат. Здрасте. Извини. Я думал, он погиб в панамской тюрьме. Но вот, как видишь, ошибался. Он просидел там целых 15 лет из-за меня. Тот, кто его вытащил, хочет много денег. Единственный шанс достать их – сокровище Эвери. Но хорошая новость. Мы его нашли. На острове, совсем рядом. Так, стоп. А вообще... Была работа в Малайзии. Ну, я... Ясно. Стой, погоди. Елена, стой! Я не понимаю. Я хотел тебе сказать. Знаешь, хватит! Хотел, правда, но вот как? Да словами, через рот! Я хотел тебя защитить. Вот не надо, Нейт.
Ты просто струсил сказать правду. Опять. Я же знал, как ты среагируешь. А ты бы как среагировал? Ты же врал мне. Так долго. Если б ты погиб, я бы даже об этом не узнала. И внезапно у тебя есть брат. Кто же ты? Да ладно. Я — это я. Ну я же. Сейчас все по-другому. Господи. Я его спасаю. Плевать мне на это сокровище. Я видела, с каким лицом ты сюда зашел. Если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. У меня самолет. Поступай, как знаешь. Эй, что ты делаешь? Беги за ней. Мы не закончили. Так пора бы уже. Это как понять? Можно найти другой способ помочь Сэму. Например? Сделать ему документы на другое имя или спрятать где-нибудь. Он у меня провел есть люди. В тюрьме 15 лет. Не будет он прятаться. Так, ладно, бегом мириться с женой. Либерталию будем искать мы с Сэмом. Без меня. Да вас обоих мигом прихлопнут. Да ну. Сынок, я давно в этом бизнесе. Я знаю, что делаю. Хочешь быть полезным, Салливан? Иди присмотри за ней. Как прикажешь. Тебе помочь? Не надо. Иди собирайся. Эй, Нейт! Да. Земля. Что-то знакомая лодочка. Ну, что скажешь? Земля, и неплохо. Встань-ка за штурвал. Знаешь, со всей этой беготней на грани жизни и смерти мы как-то забываем остановиться и оценить красоту момента. А? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Да. Слушай, братишка. Она тебя простит. Точно простит. Мы же вернемся с таким сокровищем. Не знаю. Просто это будет далеко не в первый раз. Ха. Я ожидал чего-то побольше. Да, но мы точно в нужном месте. Теперь надо найти, где причалить. Ага, ну я... Тут ведь остров, так? Тут хотя бы остров. Ищи то, что сделали люди. А, то есть пираты? Ну да. Ну, может, Либерталия — это просто маленькая хижина на берегу.
Ага, домик на дереве. А может, Эвери затеял вокруг себя шумиху? А денег ему хватило только на строительство Либерталии? Да. Эй, а вдруг там и правда денег нет? Нейт, вон там. Ну, это определенно сделал человек. А-а, точнее пират. Так, надеюсь, лодку привязывать-то не надо, она не уплывет никуда. Нам надо к той башне. Да. Так, только пистолет. Эй, ты столько раз попадал в неприятности. Мне кажется, тебе уже надо запомнить, что кроме пистолета надо носить чуть-чуть тяжелое. Например, гранатомет. Пещера здесь. Так, ну отсюда ни хрена не видно. Зато здесь есть проходик. Похоже, дозорная башня. Может, оттуда что-нибудь увидим. Так, давай наверх. Сообразил. Найт, ты дебил. Поздравляю. Сюда. Ладно, так тоже пойдет. Нет, что вроде такое? Да. Какой-то символ. Стрелка компаса. Как ты догадался? Ну как, основной принцип. Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Стрелка другая. Посмотрим, куда указывает. Давай, лодка прямо под нами. Ага. А зачем нам лодка? Мы же так вроде можем дойти. Понял.
Посмотрим, куда ведут эти стрелки. Смотри, вон еще стрелка. Так, а здесь я не вижу стрелок. Так, вот это вот куда показывает? Явно показывает куда-то вот туда. А, вот она, под водой, блин. Так, вон туда. Стоп. Вон туда. Хочешь продолжить приключение? Вижу еще одну стрелку. Запутан-то, черт! Сюда не залезем. Хорошо, что это место никто не нашел. Сюда бы туристы понаехали. Справа или нет? Может, здесь без разницы. Ну круто же. Что? Лезть по скале? Да, лезть по скале на огромном пиратском острове. Ну скажи,
Ну да. А по-моему, очень круто. Так, мы снова в деле. Так, погоди. Теперь главное не разбиться надо. Ты гонишь, короче. О, Эвери нравилось действовать с большим размахом. Деньги же были. Так чего стесняться? Пойдем-ка, посмотрим. Знаете, что такое? Надо же. Ход завален обломками. Опять. Наверное, строители не заложили в расчеты много веков эрозии породы. Точно. Ищем обходной путь. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Пролезай. Спасибо. Да ладно. Фу, что-то много мы таскаем тяжести и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Как думаешь, что здесь было? Своды напоминают собор святого Дисмоса, но не знаю. О, там веревочный мост. Ты что, серьезно? Давай, лезь. Посмотри, что там есть. Ладно. Ну, тут есть тропа, но непонятно, как забраться вверх. Погоди. Ты живой? Я хотя бы перебрался. Так, теперь надо с тобой как-то решить. Подожди. Сэм! Ну что там? Сэм, эй! Ты там? Приехали. Ну, что мы имеем? Я разрушил свой брак. Ты уже наверху? Ты где был? Искал способ тебя поднять. Ладно, прыгай сюда. Спасибо. Все нормально? Лучше некуда. Идем дальше. Ладно. Да, я пытался там пройти, но не нашел как. Да нет, тоже не нашел. Какая искусная работа.
классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем. Так, что делать? Сейчас, секунду. Сэм, все плохо, тут тупик. Вот черт. Ну тогда возвращайся. Ну, что теперь? Должен быть способ перебраться. Так что я думаю, здесь тормознуть, а искать способ.